Привет, друзья! Вы на канале Планета Алис. И что у нас сегодня, Алис, в этой коробочке? Подожди, ты скажи, что это? Подарки. Подарки для кого? Для деток. Для деток. Подарки для деток, которые нас смотрят. Мы вам обещали, что у нас будет видео, когда у нас будет 1000 подписчиков. Да? И вот у нас уже 1000 набралась подписчиков, и даже уже немножко больше. Поэтому мы хотим поблагодарить тех наших подписчиков, которые нас все время смотрят, которые нам оставляют хорошие комментарии, которые уже долго с нами. Некоторые из них с нами с самого начала нашего канала, да, Планета Алис. И вот мы вам сейчас расскажем немножко про них и покажем, какие мы им отправим подарки. Мы будем рассказывать все по порядку. Давай, значит, смотри. Показываем первый подарочек. Первый подарочек у нас будет вот такой вот сюрпризик в таком мешочке. Вот такой вот маленький брелочек. Лошадка такая красивая. Little Pony, My Little Pony с крылышками. Вот, подожди, все пока не доставай. Давай, смотри, Алис, значит. Вот такой мешочек с сюрпризом. Здесь какие-то дракончики. Мы сейчас один такой откроем, чтобы вам показать получше, что... Подожди, не все сразу, зайка моя, по очереди. И вот такой вот красивый браслетик. Вот, со звездочкой. Вот. И что у нас здесь еще есть? А, еще у нас есть здесь такие открытки с городом Льеж, в котором мы гуляли недавно и снимали видео. И вот такая вот открытка из этого города. На ней нарисованы бельгийские куклы национальные. Вот такие вот куклы, марионетки. Это национальные бельгийские куклы. Они называются Чонче. Вот. И все это у нас получает одна очень хорошая девочка. Вот. Это получает Маргарита Кабанова. Привет, Маргарита. Привет, Маргарита. Мы очень за тебя рады. Мы тебе отправляем вот эти все подарки. Как только ты дашь нам свой адрес, мы тебе отправим вот эти все подарки для тебя за то, что ты все время нас смотришь, за то, что ты нам оставляешь много хороших комментариев. Маргарита очень хорошая девочка, она очень вежливая. Эта девочка очень воспитанная, она оставляет очень хороший комментарий, с ней приятно общаться. И мы поздравляем родителей Маргариты с тем, что у них такая умненькая, хорошая дочка, да? Да. Она занимается танцами и ездит на соревнования. И они с классом ездили недавно в Липки и там получили первое место на соревнованиях по танцам. То есть Маргарита еще и очень хорошо танцует. Вот, Маргарита наша дорогая, мы тебя поздравляем. Ты все получаешь вот это вот в подарок. Мы тебе это отправим, как только узнаем твой адрес. Только, пожалуйста, попроси, чтобы адрес написали родители нам в наш имейл, потому что в комментариях его не нужно оставлять. И скажи родителям, чтобы они его написали нам, потому что сама ты можешь случайно сделать ошибку, и тогда посылка не дойдет. Так, показываем следующие подарки нашим следующим любимым подписчикам. Вот еще один вот такой вот мешочек. Сюрпризик, пакетик. Вот такая вот маленькая лошадка. Тоже Little Pony такая же. На этих лошадках написано Best Friend Forever. Это значит лучшие друзья навсегда. И вот на лошадке Маргариты, вот здесь вот написано Best. Вот на звездочке. На вот этой лошадке написано Friends. И у нас есть еще третья лошадка, мы потом ее тоже покажем. Там будет написано Forever. Вот. Такая вот лошадка. Это написано Best, а это написано Friend. И еще у нас есть вот такой вот тоже очень красивый браслетик. И есть еще одна открытка. Это открытка опять из города Льеж, и на ней изображена Льежская опера. Очень красивое здание, недавно оно было отреставрировано. И мы тоже отправляем ее на память. Тоже одну из наших самых верных подписчиц. Давай я все покажу. И это у нас получает девочка, которую на YouTube зовут Nightmare Moon. Мы знаем ее имя, но мы не будем его сейчас говорить, потому что, может быть, она не хочет. Нightmare Moon.
Nightmare Moon. Привет. Nightmare Moon. Привет. Привет. Ну, твое имя ей сложно выговорить, извини, но ты поняла, что это было Nightmare Moon. Nightmare Moon тоже нам оставляет все время хорошие комментарии. Она все время смотрит наши видео тоже и ВКонтакте. Она ставит лайки, поэтому мы ей отправляем вот такой вот подарок. Мы тебя поздравляем и оставайся, пожалуйста, с нами. Мы сейчас откроем один такой сюрприз, чтобы девочки уже видели, что там есть внутри, хотя бы приблизительно. Это не значит, что они будут точно такие же, потому что там целая коллекция. Покажи, кто это. И посмотри, какой хороший. Ну-ка, давай посмотрим. Это не дракончик. Это маленький дракончик хорошенький вот такой. Так, вот. Это вот такая вот коллекция разных дракончиков. Наверное, есть такой мультфильм, но я его не знаю. Вот такая коллекция. И нам попался в этом мешочке розовый. Давай-ка покажем. Вот такой симпатичный розовый дракончик. Он попался в этом мешочке. А, подожди, там что-то еще есть, Алис. Там есть что-то еще, по-моему. Мы не все достали с тобой. А, это что? Вот это что? А это, знаете что? Это у него изо рта пламя. Он же дракон, у него огонь изо рта. Вот так. Он может пускать огонь изо рта. Держи, это твой. Вот, и девочки получают таких же дракончиков. Вот в этих пакетиках. Может быть, они будут другого цвета или немножко другие, но, в общем-то, это такие же дракончики. Следующий, кто у нас получит подарок, это... Есть у нас один подписчик, который тоже остается с нами очень долго, с самого начала нашего канала. И у него тоже есть свой канал на YouTube, и канал этот называется Скукометр. Вот, этот канал Скукометр, на нем регулярно выходят очень интересные обзоры фильмов и мультфильмов. Мы всегда с удовольствием смотрим и предлагаем вам тоже посмотреть. Кто хочет, и на этом канале ведет этот канал Амадей. Ну, мы тоже не будем говорить его настоящее имя. Подожди, оставь, это еще не дошло. Сейчас дойдет. Амадей, спасибо тебе большое за то, что ты нас смотришь и комментируешь. Мы очень рады, что ты на нас подписан, оставляешь нам комментарии. Мы с удовольствием смотрим твой канал тоже. И мы тебе хотим подарить для твоего канала, лично для тебя, ну и вообще, может быть, ты поставишь на какую-то полочку, вот такую фигурку из нашего любимого мультика. Аладдин. Вот такой вот Аладдин симпатичный. Вот, мы отправляем тебе его и отправляем тоже еще одну открыточку из Льежа. На этой открытке сфотографирована катедраль, как раз та самая катедраль. Это твое, да. На центральной площади Льежа, которую мы показывали в одном из своих видео. Скажи, пожалуйста, ты, кстати, не поздоровалась, ты не сказала привет, Амадей? Привет, Амадей. Привет, Амадей. Ну вот, Амадей получает вот эти подарки. Так, ну и последние у нас подарки. Мы отправляем еще одной нашей подписчице, которая тоже, у нее есть свой канал. Ее зовут Александра Бурмистрова, и она на этом канале выкладывает очень красивые вещи. Подожди, я сначала расскажу. На своем канале Александра выкладывает совершенно замечательные реставрации и разные очень красивые штуки, которые она делает своими руками. Александра делает красивые шкатулки, украшает бутылки стеклянные разными штуками. Ну, в общем, я вам в описании дам ссылку на ее канал. Кому интересно, посмотрите. И еще у Александры совершенно чудесная дача. У нее на даче такая красота, очень много цветов. И вообще много всего очень красивого. И там тоже есть видео на ее канале про эту дачу. И поэтому Александре мы посылаем, во-первых, тоже вот такую маленькую лошадку. Александра, спасибо большое вам, что вы остаетесь с нами. Мы желаем успехов вашему чудесному каналу. Все время восхищаемся тем, что вы делаете. Это просто поразительно. Такие вещи, которые я даже представить себе не могу, что человек может сам их сделать. Вот. Это твой дракончик, да. И так как Александра, я уже сказала, у нее очень красивая дача, Александра, мы вам отправляем еще два вот таких вот пакетика с семенами. И мы очень надеемся, что... На, это семена для цветов.
что где-нибудь на вашей чудесной даче вы найдете маленькую клумбочку и посадите на память о нас вот такие вот цветочки красивые. Я в них ничего не понимаю, честно скажу. Это мои? Нет, это не твои, это мы пошлем Александре, и она посадит у себя далеко-далеко в России на память от нас, возможно, вот такую вот клумбочку. Это какой-то японский коврик цветочный, а это цветочки вот такие вот. Вот такие вырастут. Я, по-моему, хризантемы карликовые, какие-то мини-карликовые хризантемы. Вот. Я в них не понимаю ничего, но я надеюсь, что... У нас тоже были другие семена. Мы с тобой подсолнухи посадили, да, у нас тоже было. Это не подсолнухи, это другие цветы. Это Александра у себя посадит на даче. А потом, она нам фотографию пришлет, и мы посмотрим, как они выросли. Потому что мы совершенно уверены, что у Александра это будут чудесные цветы, а у нас такие, скорее всего, бы засохли сразу. И все. Потому что у нас не очень хорошо все это растет. И Александра еще получает тоже вот такую вот симпатичную открыточку из Льежа. Это из другой площади, которая тоже есть в нашем видео. Площадь Сан-Ламберт. И вот на этой площади видно Пале де Жюстис, дворец правосудия. Эта открытка тоже будет для Александры. Вот это все. Мы вам пришлем, друзья, дайте нам на e-mail свои. Вот это все мы отправим нашим друзьям. Спасибо вам большое за то, что вы остаетесь с нами и смотрите нас. Для новых подписчиков, кто еще только хочет на нас подписаться, имейте в виду и новые, и старые подписчики, что следующие подарки мы будем дарить, когда у нас будет 10 тысяч подписчиков. Да, и тогда мы будем дарить еще подарки. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал Планета Алис. Всем пока! Вот так. Пока-пока! Пока!